Директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Щеклин в интервью программе «Смотрите, кто пришел» рассказал о создании в университете нового студенческого конструкторского бюро, которое станет кузницей новых ученых. Нам нужны люди, которые хотят учиться. Вот из этих людей будет создано студенческое конструкторское бюро, которое воспринимает конструктивную критику и которые не хотят обводить каким-то продуктом Data Science, чтобы через 90 дней стать, а которые хотят понимать суть вещей, которые хотят понимать, что они делают, и главное, для чего они это делают. Бюро расположится на цокольном этаже здания КФУ на Бутлеровой 4. Площади цокольного этажа, это огромные площади, тысячи квадратных метров там уместятся все, там есть оборудование, аппаратура, которая позволяет делать любые вычисления, сложные техники, которая позволяет, словно говоря, что-то спаять полный интерактив для того, чтобы эти люди могли работать в той области, которую они хотят. Набор в студенческое конструкторское бюро начнется уже в новом учебном году. Начиная уже с момента нормализации обстановки, но видим это уже начало осени, мы, по сути, начнем полноценный рекрутинг, мотивирующие презентации, постоянные организационные собрания среди студентов молодых сотрудников Казанского федерального университета. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.